Всем привет, меня зовут Кирилл Дадинок, это мой видеоблог, и сегодня специально для вас я приготовил топ-5 лайфхаков. Мы будем готовить завтраки. Это видео посвящаю тем, кто совсем не умеет готовить, как я. Погнали! Нам понадобятся тосты, пищевые красители и немножечко сыра. У нас получилось два варианта. Ау. Вот, открытый и закрытый. Этот мы обжарили с двух сторон на сковородочке. Вот этот мы приготовили в микроволновочке. Красиво. Воу! Это успех! 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 Ребята, сейчас верх мастерства моего кулинарного в жизни вообще. А у меня даже есть формочки специальные для маффинов. Мы сделаем маффин с яйцом. Да. Questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Это получилось очень круто, очень красиво, и это реально прям блюдо. Ну, то есть, можно подать, и все такие, вау, еще можете порезать помидорчиков, все такое. В духовку, если вы запихиваете это все, пожалуйста, не обожгитесь, потому что я обжегся. Я когда доставал все оттуда, я забыл, что оно, типа, должно было согреться. Так, а что же нам понадобится для третьего лайфхака? А, да, это тосты. А еще арахисовая паста и нутелла. Так, у меня получилась отличная куча тучек, зайчиков, елочек. Пробуем. Хрустящая, вкусная штука. С нугой. Да, сегодня я стал поваром. Есть идея для романтического завтрака. Это, в общем, такое сердечко, и там такая стрела, и любовь, короче. Сейчас покажу. Сейчас все будет круто. Я даю себе отчет в том, что это должно было получиться сердечко со стрелой, красота, но получилось еще лучше. Такая бабочка очаровательная, которая порхает и садится на сердечко. Я уверен, вашей жене или парню, или девушке, в общем, короче, готовьте все ребята и девчата вот эту всю красоту и отмечайте меня в Инстаграм. Ставь палец вверх, если ты уже ждешь Рождество и Новый год. А сейчас продолжим. Друзья, вы сами видите, какая очаровательная елочка. Если у вас дома нет елочки, вы можете поставить бутербродик с елочкой. А если елочка это для слабаков, сделайте чебурашку там, например, или любимого блогера и публикуйте в Инстаграм, и также отмечайте меня, буду ставить вам лайки. Друзья, я знаю, что лайфхаки это, в общем-то, знаете, лайфхаки, но это было реально очень интересно, это было очень сложно, и, кстати, надо было поехать в магазин сначала, чтобы купить все это. В общем, короче, респект всем лайфхакерам. Держись, Ютуб. Если вам понравились эти лайфхаки, пожалуйста, поделитесь этим видео с друзьями. Вот, подпишитесь на мои соцсети, Инстаграм, Твиттер, ВКонтакте, Фейсбук, не надо, забудьте канал на Ютубе. Мой канал, обязательно подпишитесь и пишите в комментариях, про что еще снять лайфхаки, да. Я сжег пальцы, я потратил кучу денег и времени, но вроде как получилось. И я очень рад, что у меня это получилось. Я старался, устал, вспотел, все, до свидания. Пока.